Февраль начинается сразу с трех громких премьер из Америки. Номинанты на «Оскар» и фантастическая комедия с уменьшенной копией Мэтта Дэймона. Какие фильмы достойны внимания, расскажу прямо сейчас в программе «Культурный слой» на РБК «Пермь». Меня зовут Алина Стабровская. Доброе утро. Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Новое творение Мартина Макдонаха. По традиции английский режиссер снял драму с изяществом, приправленную черным юмором и криминальными разборками. На этот раз история крутится вокруг отважной женщины, которая несколько месяцев назад потеряла дочь. Преступление все еще не раскрыто, и героиня решается напомнить полиции о долге весьма необычным способом. О картине с замысловатым названием говорят не первый месяц. Тому виной многочисленные награды. Три билборда получили признание в Европе, награда за лучший сценарий в Венеции и приз зрительских симпатий в Сан-Себастьяне. В США фильм удостоился статуэтки «Золотого глобуса» как лучший фильм. Впереди «Оскар» и 7 номинаций. Оценить ленту можно во всех пермских кинотеатрах с 1 февраля. Еще один номинант на премию американских киноакадемиков – «Тоня против всех». Белокурая Тоня Хардинг – самая известная американская фигуристка. Она выступает на турнирах лучше всех. Ну, почти. Все-таки даже у Тони есть конкурентки. У картины два главных козыря. Во-первых, это скандальная история, основанная на реальных событиях. На чемпионате США по фигурному катанию 1994 года бывший муж Тони организовал нападение на другую спортсменку, чтобы лишить ту возможности соревноваться. Второй и не менее важный козырь – это предельно эмоциональная и честная игра Марго Робби. Она не боится воплотить в Тони и демоническое начало, и упорство настоящей чемпионки. Картину показывают в премьере, киномаксе и сети Cinema Park. Снизить драматический пафос может необязательная, но очень забавная комедия Александра Пейна «Короче». Норвежские ученые предложили уменьшить в размерах людей, чтобы решить проблему перенаселения Земли. К авантюре подключается герой Мэтта Дэймона вместе с женой. Каково жить маленькому человеку в огромном мире, можно увидеть на экранах Перми до 21 февраля. Приятного просмотра и хорошего дня!